вообще ехать в Деборе, обалдею от этих цветов. Нестандартные. Круто же. Так, и только так можно охарактеризовать Нижнекамский архив после грандиозного капитального ремонта. Главный руководитель Республиканского архива пришла в восторг от увиденного. Яркие краски, новые стеллажи, полная перепланировка и, самое главное, 4 хранилища вместо одного. Из республиканского бюджета на все это выделили более 13 миллионов рублей. И это еще не все изменения. После капитального ремонта нам республика выделила деньги на мобильные стеллажи. За счет чего будет экономия площади. То есть все, что хранится сейчас на данный момент на 2 этажах, будет все размещено на 1 этаже. С тем, что было раньше, и сравнить нельзя. Сотрудники с ужасом вспоминают, в каких условиях им приходилось работать. Но все изменилось. Теперь не стыдно будет за наш архив. Новое здание вдохновляет на новые идеи. Попробуем школу юного генеалога сделать здесь для детей просто такую. Как искать свою родословную, как искать свои корни. Я мне просто такую экскурсию просто провели, сейчас пока по дороге ехали. Про ваши села рассказывали, где кто здесь был, как здесь были, какие мувы здесь были. Это шикарный материал. Нижнекамский архив достоин быть одним из лучших в республике. Ведь у столь молодого города такая большая история. Сейчас в хранилищах более 80 тысяч документов. Разные события, люди, эпохи – все собрано здесь. Даже на стенах фотографии, как наглядный документ жизни нижнекамцев. Алсу Арсланова, Максим Липин, новости НТР.